дорогие уважаемые подписчики, очень вас всех рада приветствовать на своем канале. Кто еще со мной не знаком, меня зовут Жанна, канал Жанна Иголка. И надеюсь, вам мой букетик еще не надоел, мне некогда даже поменять декорации, поставить. Вся занятая, скоро узнаете мою причину, пока еще не буду говорить. В общем, все, заварили там этими новогодними игрушками. В прошлый раз был привоз, в этот раз уже смотрю, как бы добавляют, что было, немножко добавили новенького. Вот, эти гирлянды с домиками сразу моментально разобрали, сердечками, с елочками еще есть. Присутствуют еще вот такие игрушки, белочки, я еще не купила, это я поменяла на баллы, если моя дочь смотрит, дочь, я поменяла это на баллы, будет ругаться, не могла удержаться. Если бы просто сшить, может, я бы и сама сшила, но, во-первых, нужно пенопласт, во-первых, нужно ткань вот такую найти сшить, потом еще нужно купить вот такую прищепочку, я думаю, что это будет не меньше 77 рублей стоит, еще перышки надо, еще это надо найти время, все вот это так прилепить аккуратненько, как бы я вот вроде рукодельничаю, но что-то как-то вот. Вот иногда у меня не очень аккуратно такие вещицы получаются. С недавних пор я полюбила совушек от Олифео. Вот, поэтому как-то так вот решила, что можно их вот на любую там декорацию делать. Можно прилепить не обязательно на Новый год. Они так пригодятся. Такие милые созданица. Еще есть белочки и, по-моему, еще что-то. Что-то мне не очень понравилось. А, птички. Птички как-то еще там камушки какие-то налепили, поэтому я не стала их брать. Так, елочные декорации птички, на клипсе две штуки. Здесь размер ничего не пишется. Снежное кружево это, конечно же, у нас вот. Все вот в таком пакетике было. Так, что еще новогоднее? Есть там вот такие вот декорации. Я их сейчас вам показываю. Свечку сейчас тоже ставлю в форме шаров. В форме шаров, конечно, серебро мне больше подошло. Но я решила, что у меня есть шарики вот эти, которые надутые у нас. По-моему, у меня одна или две штуки. И у меня просто шары есть. И такие вот сплетенные белые. Видели, наверное, у меня там в шкафу стоят. Я решила их пока не брать. Думаю, если до Нового года долежат, то, может быть, и куплю. А эти очень мне понравились. Не вставила еще батарейку, но сейчас покажу. Потому что в форме месяца как бы и на елку можно золото повесить. Я уже говорила, что елку люблю делать либо серебро. Просто серебро, либо золото с красным, либо просто там люблю навешать разные игрушки, там ретро, и у меня есть всякие эти зверюшки, люблю зверюшками, по-разному елку наряжаю, одинаково каждый год не люблю наряжать. Поэтому взяла, конечно, таких вот гирлянды пойду на две на большую елку, но я, скорее всего, на маленькую буду делать. Или просто вот так вот повесить, очень красиво, как бы у меня внучок сейчас приходит, 6-летний, племяшки ночуют частенько у меня выходные, и он это все любит, от домиков моих, от вообще восторге. В общем, ну вот взяла, как бы это плетеная такая работа, это тоже все сложно сделать. Вот, конечно, все дорожает, гирлянда уже 199 рублей, вот сейчас надо пока по 199 еще взять, потому что они были сначала по 99, потом по 149, теперь уже 199. Все, вот уже будут дороже, я не буду брать, сейчас еще посмотрю, вот может белые возьму, и все, и надо заканчивать. Я вот пожалела, что пластиковые взяла, но я их уже там кое-куда делала. Эти деревья подружкам, декорации, туда им примостила их, потому что сняла вот эти пластмассовые. Первое время, помните, я как только начала увлекаться фикс-прайсом, показывать обзоры, пошли шарики, звездочки пластмассовые, вообще были ни о чем. Ну и цена, конечно, была 55 рублей. Я оттуда их сняла, и как бы просто делала вот эти всякие веточки, декорации, поэтому... Так, к Новому году что еще? Так, ну, вот такие игрушки. Я, конечно, думала, что это птичка. Но, в принципе, ворона тоже будет красиво смотреться, если еще ее покрасить серебристый цвет. Хотя вот тоже, если разноцветные игрушки вешать на большую елку, может, вот в этом году я так думаю сделать. Что у меня есть и домики, и птички, как бы одни шары. В прошлом году я, по-моему, одни шары вешала. Как-то мне надоедает уже, не хочу я. Хотя мне нравится елка вот именно с шарами и бантиками. Вот, эти пока еще что-то 55 рублей, также слоники, ой, эти есть оленьки, но они желтые, в том году я белых набрала, ангелочков и олени, были еще такие, как типа девы какие-то, или ангелы какие-то, я не поняла, что было, их уже разобрали, конечно же, девочки, кто с этого, и был единственный вот этот слон, и вот это единственная ворона, поэтому я взяла, слона можно тоже покрасить другой цвет, либо в такой покрасить. И вот его можно просто поставить. Я уже, блин, с кошечек и на слонов переключилась. У меня уже слонов, наверное, тоже штуки 3 или 4 присутствуют. Надо со слонами заканчивать. Я подвлеклась совушками и котиками. В тему котикам. Вот такого кота прикупила. Там есть петух и какой-то такой единорог или еще какой-то, по-моему, или что-то такое. Ну, животное, короче, какое-то. Вот такой идет набор для творчества. Я, конечно, это купила себе. Потому что купить петуха и еще одну кошечку.
Там идет набор таких фломастеров. Кстати, я сначала думала, фломастеры пригодятся рисовать. Я вам даже сейчас покажу. Но они, девчонки, так рисуют. Если вот просто на простой бумаге, если вот я вам покажу с 1 марта акции, он прям сразу насквозь мокрый листок, видите, делается. Вот, поэтому, может, маленько полежат, они подсохнут. Но я так понимаю, это для того, чтобы вот раскрашивать. Я сейчас вот тут, конечно, попакощу, немножко вам покажу, потому что девчонки вот любят показывать обзор. О, а синий не пишет, смотрите. Вот так вот. А красный я на работе оставила, надо его привещать. Он вообще там прям, вообще так рисует. О, видите, синий попался бракованный. Так что еще фломастер, видите, он как хорошо рисует. Вот, что ярко. Простым фломастером, наверное, так не нарисуешь. Вот, видите, можно раскрашивать ребятишками. Петушка, наверное, надо купить. С лучком раскрасить. Только куда потом этого петушка девать? Он будет валяться. И ребенку играть, как бы, это тяжеловато. А я купила вот набор кошечек. Оно, конечно, потом уже будет вот от пятна друг за этого. Но потом уже будет покрыть белой краской и покрыть лаком, и будет красиво. Ну, прям такая кошка милая. И она такая тяжеленькая. Я думаю, что она не разобьется. Дополнительно вот эти глазированные кошечки, которых я набрала. Я, конечно, кошечку забыла принести, я поставлю вам ставочку. Она так подходит под мои вот эти салфетки, которые черные с белыми, я тебя люблю. Сейчас почитаем тут состав, девочки. Набор для творчества разноцветной фантазии. Гипс, полипропилен, оптоволокно, вода, гликоль, глицерин. Вот этот, мне кажется, даже упадет, если не разобьется. Гипс, вроде как говорят, покрепче, надо почитать в интернете. А вот кошечки, они, да, я тут чуть задела, у меня у кошечки уже отвалилось ухо. И ангелочков у меня уже штуки два перебилось, поэтому доломит, конечно, это недолговечный. Так что вот возьмите, может, кому-то с ребятишками поиграть, а кому-то вот может тоже вот поставить как для меня кошечку. Ну вот, и для красоты только кошечка, петушок, как у меня впечатляет, он такой сказочный. И фломастеры, если даже не будете разрисовывать, пригодятся ребятишкам. Играть. Вот видите, синий у меня попался бракованный фломастер. Вот такая вот беда. Так, что, все, фикс прайс, все. Не забывайте ходить в Галамарт. Там постоянно сейчас вот такие акции идут. Один товар идет за рубль. Вот видите, второй товар за рубль пишется. Заходите на сайт Галамарт, набирайте. У него во всех городах есть. Не на все товары, там на избранные только идут. Там нужно продавцов спрашивать. Можно, конечно, нарваться. Но очень часто там бывают и другие товары. Кстати, наш термос там, который мы брали за 199, который как бы, он не очень держит тепло. Ну, на 6-7-8 часов хватает, в принципе. И мне вот травку заваривать. Потому что я уже не пожалела, что его купила. В Галамарте привезли только фирма Саточи. Может, фирма получше. Но так, качество один в один. Ставочку сделаю. Уже, по-моему, 269 рублей. Прилично, как бы, получается подороже. В общем, ходите в Галамарт, в Экспресс, комбинируйте. Что-то бывает иногда и в Галамарте подешевле. Но не всегда. Но бывает очень часто так, что вот имейте в виду. Вот он, по-моему, этот термос наш, 289 рублей. Термос-кружка только он почему-то здесь. Даже он в таком же цвете, как у меня. Так что вот, девочки, я забежала в Галамарт. Купила вот такой держатель для двери. Дверь на ванну, об шкаф ударяется. Ну и Данилка приходит у меня внучок играть. Где-нибудь вытащит поиграть. Он любит всякие штучки. Тут театр мне устраивал. 39 рублей. Это не дешево, чтобы дверь от ванной открываю дома сыра. Чтобы она не... Что вот такая вот штуковина. Может, кому-то тоже надо. Так, состав. Пахнет очень вкусненько. Не воняет никакой фигней, никакой химией. Состав не вижу. Может, потом, девочки, подпишу, потому что надо снимать очки, нифига не вижу. Вот тут вот все написано, если кого-то интересует информация. Так, и вот такие сейчас там наборы шариков по 39, по 49, по 69. Там зависит от шариков, от количества, еще от чего-то. Ну, вот я за 39 взяла, тоже придет, поиграет иногда, любит шарики, смотрит свои шарики, иногда просит шарики. У меня не взяла, по пути расшла, взяла шарики, взяла, ну, пусть ребенок порадуется. Такой вот набор, веселый Роджер называется. Вот, а, в Фикспрайсе еще, кстати, по-моему, брала вот такие шипучка для ванны, такая ерунда. Она шипит, конечно, соль там какая-то, эффект какой-то идет, но она не плавает. И такого, как бы, пузырящегося эффекта не создает. Шипит там где-то внизу, тонет прям сразу. В общем, как бы, ну, что-то она вообще копейки стоила, забывала показать, два вкуса было. По-моему, в Фикспрайсе брала, врать не буду, может быть, и в Галамарте. Мне даже не для девочки некогда снять. Периодически постоянно вот беру такой клей, чтобы где-то притащила батарейки. Клей в Галамарте беру. И по 9, и по 13 рублей бывает. Всегда тоже нужен бывает в хозяйстве. Да, вот батарейки брала, уже, видите, использовала, потому что в фикс-прайсе это очень дешево. 3+1, по-моему, уже сейчас они 199, но они очень выгодны. А вот эти по 99. Ну, а белые солевые вообще никогда не беру. Беру только алкалиновые, либо вот такие. Много всяких сейчас гирлянд, светильников, поэтому батарейки всегда нужны. И вот они вот эти вообще редко бывают в магазинах, они намного дороже стоят.
В общем-то, вставила вам полочку, немножко поснимала, и так уже много наболтала. До новых встреч, пока-пока, ваша Жанна. Пока-пока-пока.